Булыжников тут проживает? Это я, доктор. Здравствуйте. Что, не узнал? Водопроводчик-то ваш. Ага. Сантехник, можешь сказать. Водопроводчиков? Сантехников всяких. У нас, знаете ли, много. Так. А я один? Это мы понимаем, понимаем. Участковый там. Короче, вызывал хозяин? Вызывал. Вот за не мог что-то. За не мог он. Ага. Видите. А мне по этажам. Нет, не пойдет. Что? Это дело, знаете ли, не пойдет. Доктор, в чем дело? Ты вон какой вымахал. Тебя же не только лечить, тебя же день осматривать надо. А у нас и со средним, и с малым ростом больных сколько хочешь. Доктор. Да на тебя же лекарств двое больше пойдет. Так что ты думай, хозяин, соображай, так сказать. О! Да. Понятно. За нами не пропадет. Вот-вот. Ложь там на пианин. Ой. Возись с вами. Ну-ка, покажи глотку. Ой. Где там она у тебя? Что? Куда вы? Ты же заразный. Че смотришь? У тебя же полная глотка стрептококков. Ну. А меня, между прочим, всюду здоровые больные просят. Вон клиент вызывал, с ногой лежит. Тихо, спокойно, не заразное. И этажом ниже, между прочим. Так что извинения просим. Доктор! Извините. Как же? Ай, ну не понимай. Да ты думай, понимаю, хозяин. Ну ты соображай. За вредность. Ну? Отблагодари. Вот. Положь на пианино. Ну, как лечить будем? То есть как? С вашим материалом или с нашим? Материалом? Какой непонятливый. Как же ты сантехником работаешь? Соображать надо, хозяин. Лекарство ваше или наше? Ваше. Ну вот, тогда положь. На пианино еще пятерочку. Приготовь-ка для моей работы плацдарм. Не волнуйся, хозяин. Инструмент справный, стерильный. Работаем аккуратно. Грамотно, переделывать не придется. Ой! Че шумишь? Больно. Больно. Только половину и влил. А вторую половину когда? Все. Обед, вечерком зайду. Что ж. Так, до вечера и стоять? Да зачем? Ты обедай. Только не садись. Шприц-то импортный. Вот и все. Болейте себе на здоровье. А бюллетень? О, хозяин, об этом уговора не было. Сколько? Сколько там на пианино? 25. Еще пятерочку и по рукам. Совести у вас нет. Дмитрий Сергеевич, вы не припомните, сколько вы у меня за бачок в туалете сверхположенного запросили? А что там помнить? Тридцатка сверху, так можно сказать. Вот так. У меня к вам большая просьба. Когда поправитесь, будьте любезны. Милости прошу вас ко мне. С бачком, естественно. Буду очень рад. А деньги за бачок. А? До свидания.